Всем привет! Я иду своим черепашьим шагом. И, конечно же, меня никто не ждет. Могу только вот такими вот шажками передвигаться. Еле-еле. Хорошо, сынок, но я не могу быстро. Погода сегодня замечательная, тепло так. Уже чувствуется, что скоро весна. Так как сегодня воскресенье, мы обедаем с родителями мужа, с тетей мужа. Сейчас направляемся к ним, не на работе. А вечером у меня назначена запись на микротоке. Будут бить микротоком в седалищный нерв. Говорят, что помогает. И надеюсь, меня быстренько поставят на ноги. Так как иглоукалывание я уже получила, вот на следующей неделе тоже пойду. Также я еще на следующей неделе записалась к мануальному терапевту. Ну, делаю все возможное, чтобы мне стало легче, потому что болеть нельзя. Детки маленькие. Ладно, не в садике, а если, не дай бог, заболеют, простынут, все, будут со мной. Мне нужно быть на ногах, а не так, как вчера. Я пошевелиться не могла. Меня все защемило, я не могла разогнуться, не могла сделать ни шага. Ну так вот. Еще раз, это не шутки, оказывается. До этого у меня никогда такого не было. Первый раз столкнулась с такой проблемой, и это реально жуть. Мама на обед приготовила острый супчик кимчи-чиге. В него входят кимчи, тофу и много красного перца. Также яичный ролл киран-мари. Ну и также у нас, как обычно, рис и водоросли. Что тут делает мой старший сынок? А, тебе нравится палатка? Сына? Сына? Нравится тебе палатка? А, ты тут хомячишь, да, сынок? Кушай, кушай. Здесь целый уголок для детей. Домик с шариками. Палатку поставили. А вот как корейские бабушки укладывают детишек спать, привязывают их к спине и потихоньку так укачивают. А еще также можно делать работу по дому, так как руки свободны. Я получила только консультацию. Из-за того, что я хожу на иглоукалывание, мне сказали сначала закончить курс иголок, и потом, если не станет лучше, только тогда приходить. Совмещать сказали нежелательно, так что мы приехали в Инчон. Раз так и приехали сюда, то мужу говорю поесть роллы наши. А их делают хорошие только в Инчоне. Мы сейчас в русском районе, в Инчоне. И тут есть много русских кафе, также магазинчики с продуктами нашими, ну и не только. Сейчас найдем место, где припарковаться, и пойдем кушать. А наш мальчик так проснулся. Кирюшка не захотел с нами ехать. Ну а Ильку мы оставить не смогли, поэтому он с нами. Иль, куда мы приехали, сына? Илька постоянно нажимает кнопочку, нужно прикрыть ее. Надо бы с ним поговорить. Здесь так уютно. Красота. У меня меню на русском, у мужа меню на корейском, но мне сказал, выбирай на свой вкус, так как он в наших роллах не разбирается. В Корее нет такого большого выбора именно ролл. Есть суши, но вот с роллами беда. Так что, раз мы были в Инчоне, грех не заехать в русский район, чтобы поесть наши роллы. Я их так давно не ела, все выглядит так аппетитно, даже сеты есть. И помимо роллов есть еще суши,
во, куда, ну, в общем, выбора много. Думаю, заказать не только роллы, но что-нибудь еще. О, тут даже есть горячие блюда и салаты. Вот здорово. И даже десерты есть. Заказали удон. Покупали, да? Мастер? Ему понравилось, говорит, вкусно. Это утон с курицей, овощами. Мы им принесли роллы. Покупали? Да. 맛있어? 아닌 것 같은데. 맛있어? 아니야? 맛있어? И я только что научился делать воздушный поцелуй. Get отстряхивает. Это крошек. И воздушный поцелуй все вместе. Где у вас туалет? Где у вас туалет? Где у вас туалет? Где у вас туалет? Туалет. Я бы, конечно, хангмалу мурба. Андекетта. Хаджанщил, где стоит? Чеу Васту Айленд. Мутора Туро. Чеу. 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 Где у вас туалет? Чеу Васту Айленд. А хангмалу мурапа. Хаджанщил, где стоит? А где у вас туалет? На первом этаже снаружи. 4578. 4578. Да, 4578. Нагая, бегу, орон тоге иста. А, тогон, ты мир под иным так омогон, да? А можешь еще рассказать про пароль? Саучи. Мы очень вкусно поели, а теперь нужно ехать за Кириллом. Заберем его, поедем домой. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока, спасибо, что посмотрели до конца.